перед тем, как отправиться в удивительное новогоднее путешествие, обязательно нужно вытянуть билет. Немного волшебства и фантазии от методистов библиотеки и добро пожаловать в страну восходящего солнца. И откуда же я пришла к вам? Из Японии, все верно. Школьники 4 класса Одинцовской школы номер 1 превратились в настоящих знатоков-путешественников. Не без труда разгадывали ребусы и собирали тематические пазлы. Знакомились с традициями и кухней разных стран. Библиотекарь Ирина Баранова рассказывает, хотели сделать для детей праздник, но необычный. А как Новый год празднуют в разных странах. Такое мероприятие тематическое. Мы выбрали интересные страны с необычными традициями. Япония, Мексика, Англия, Вьетнам. Школьники узнали о том, что финский Дед Мороз не столь сговорчивый, в отличие от нашего. А непослушные ребята и вовсе могут получить подарок в виде камня или кусочка угля. Но и камень, и уголь, и подарки красивые, и подарки хорошие, все они будут упакованы в одну упаковочную бумагу. Но только развернув этот подарок, вы узнаете, как вы себя вели на самом деле. Варвара Макарова признается, больше всего в виртуальном путешествии понравилась Мексика, а Китай и вовсе ее мечта. Про свой необычный подарок под Новый год рассказала и нам. Это скорее не подарок, это скорее какое-то событие. Когда приезжала моя двоюродная бабушка, она устроила такую семейную сценку, где я была Снегурочкой. Путешествие получилось интересным и веселым. В благодарности за увлекательный праздник ребята подарили сотрудникам библиотеки открытки, которые сделали сами. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».